Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Мои огурчики никогда не болеют. Уже более 40 лет применяю этот натуральный настой. И в этом видео поделюсь с вами секретом, как сделать так, чтобы из года в год был огромный урожай огурцов и огурцы никогда не болели. Для этого я применяю внекорневую подкормку. Это очень важно. Обработать огурцы именно по листу, чтобы через листья огурцы взяли как можно больше полезного из наших натуральных настоев, о котором я расскажу в этом видео. Ведь именно через листья огурцы получают все необходимое, потому что именно с них начинаются все болезни огурцов, пожелтение, высыхание. Поэтому самое главное — защитить листья. Ведь здоровый лист огурца – это залог вкусного и огромного урожая из года в год. Для этого берется ведро 10 литров, наполняется охапкой травы с огорода, и здесь очень важно добавить одну таблетку метронидазола. И здесь очень важно не держать этот настой слишком долго. Утром рано готовлю и вечером уже процеживаю, переливаю в пульверизатор и опрыскиваю огурцы по листу. Хватает буквально одной такой обработки за сезон, и больше никаких проблем у огурцов не возникает. Был рад поделиться с вами этой полезной информацией. Спасибо большое за ваши лайки, комментарии, что подписывайтесь на наш канал Сад Огород Про. Всем всего доброго.